Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с традиционного вопроса. Что происходит на рынке недвижимости? Алекс. Рынок недвижимости очень сильно изменился. То есть люди конфьюз, то есть что происходит вообще. И я тоже сам конфьюз, потому что нету какой-то закономерности, какой-то тенденции. Но я определил, есть несколько сегментов, недвижимости которая по-разному себя ведет например недвижимость которая в районе от 380 до 480 тысяч долларов продается с multiple offers и это происходит обычно на периферии gta второй сегмент это что касается например кондо на ресейле то есть кондо тоже ведут себя очень странно есть конечно в некоторых местах что кондо продаются в определенной категории есть кондо которые не продаются вот. И я заметил, что вот эти кондо, которые по раз... довольно-таки большого размера, они сейчас продаются даже лучше, чем, например, маленькие кондо. И третья категория дом... Дом... домов это дорогие дома. Дорогие дома это которые больше двух миллионов. Эти дома могут стоять месяц, два, три, не продаваться. П... Продавец снимает дом с рынка и выставляет его заново, не пониже цене, а еще выше. То есть, вот такая вот тенденция. То есть... И дома продаются. Нет, нет а не, все, равно, все равно тяжело продаются, но просто это показывает о том, что люди, владе, владели, которые владеют такими домами, не спешат от них избавиться. Вот, вот эти три сегмента, которые я увидел, которые странно себя ведут, это вот дома, которые в районе 380-480, это кондо, которые по-разному по тоже себя очень ведут. Что касается дорогих домов, они практически не продаются, но и цена не спускается. Вот, вот, это то, что происходит примерно на рынке недвижимости. Максим, а давайте обсудим сегмент конда. Как вы считаете, что происходит на рынке конда? Я слышала, что недавно прошли продажи проекта Транзит Сити 4 и 5, и там был какой-то сумасшедший ажиотаж. Ну, касательно Транзит Сити 4 и 5, их две башни вышли, да, тут была предсказуемая абсолютно ситуация. Я рассказывал об этом районе еще в прошлой передаче. И дело в том, что это вот новый коридор, как бы, который в действительности в будущем превратится, как вот сейчас коридор Янга, да, в районе всей линии метро одни Кондо. То же самое и там, только Transit City 4 и 5, 5 — это вон, это конечная станция. И по мне, так есть более интересные районы вдоль этой ветки, будут строиться. Я потом про них расскажу. Вот. Но тут действительно вот была ситуация, как будто это вернулось в скажем, в то, как было полтора года назад, когда был безумно горячий рынок, я давно уже такого не видел, что практически круглосуточно были подписания. Первая башня 500 и вторая башня 500 квартир. Вот. К сожалению, даже мне не удалось всем клиентам своим э, достать квартиры, то есть некоторым не хватило. В целом, я даже не знаю, что сказать по поводу конда, потому что... Ну, в предыдущих двух передачах я говорил, что мое мнение, что в этом году как бы будет немножко стагнация, и что мы вернемся где-то в район 5% подорожания, стабильный рынок, и как бы конец года, начало года все на это показывало. То, что как рынок как-то резко развернулся в середине апреля, то сейчас я уже даже немножко начинаю сомневаться, потому что какой-то безу безумный вверх, безумный ажиотаж, скупают на преконстракшенов все прямо на корню, но тут я с Алексом могу согласиться только в одном, что в определенных районах, да? то есть и определенные цены. Вот весь этот коридор, про который я говорю сейчас вдоль новой линии метро, которая заканчивается на Хайвей 7 и Джейн, да, это весь средний ценовой диапазон. Гиван Бедрум стоит в районе там, от 400 тысяч до 480 тысяч. И вот это все просто разрывает. Есть более дорогие лакшери проекты, которые подальше от метро и так далее. Хотя сам проект великолепный, но тем не менее там продажи довольно-таки вялые. Вот. Очень удивил Даунтаун. Даунтаун просто что-то неимоверное. Да? Опять же, Говорили о том, что цены уже настолько высокие, что не могут э, подниматься. Сейчас цены в Даунтауне полторы тысячи за скорфит. Единственный проект, я в конце про него расскажу, который ожидается, который будет. Но опять же, он будет такой же горячий, там цены будут меньше по даунтауну. А так э, все. Кстати, мы ушли. в Клейнбурге продавались отдельно стоящие дома впервые стояла очередь за два дня люди ночевали, чтобы купить дома в Клейнбурге. Это отдельные стоящие дома. Они написали, что цены начинаются. Почему с... Клейнбург не, не дешевый? Не дешевый, да. Цены начиная там были 800 плюс написано. но понятно, что они начинают, так. наверное, они были дороже. То есть это были в районе миллиона небольшие дома и очередь но стояла. Говорю, это недорого миллион. Да. Ну Аманкар манкар гараж. Вот и люди стояли всю ночь два двое суток, чтобы только записаться попасть на этот проект и очень многим не досталось. Просто это вернулось в то, что было в 2017 году. То есть итог всего этого, я скажу, что я уже сомневаюсь, что мы удержимся в этом году в диапазоне 6-7% подорожания. Ну, ты говоришь, это Возможно, про будет а? больше, да. Ну, pre-construction и ресейл, он связан а, между собой, и ресейл очень стронг, то есть очень хорошо покупается все. Значит, единственное, что я заметил, потому что у нас еще своя менеджмент компания, мы же ну, менеджим mm -hmm. юниты, которые наши клиенты купили когда-то у нас, издаются. Вот, я заметил приличное охлаждение в ренте на а, большие дорогие квартиры, то есть даунтаун, который а, где цена от квартиры там три с половиной-четыре тысячи в месяц а, быстро не расходится, то есть по полтора-два месяца квартира на рынке. Вот. Все, что Цены дешевое, да, высокий. все, что дешевое, ну, дешевое, это уже относительно дешевый, да, то есть дешевый сейчас, даунтаун, это дешевый аренд до двух с половиной, да? вот. это все расходится быстро. А кто в основном покупатели? Те, кто инвестируют или все-таки те, кто покупают для себя? На преконстракшн, да, да, именно на преконстракшн. Такой же микс, какой был и раньше, в принципе. Очень много людей покупают именно для себя, детям, вот. Но при этом инвесторов, Пул инвесторов, он как бы всегда занимает свою ну, нишу, то есть трудно сказать, нету точной статистики, я понимаю, почему она, как бы неоткуда ее взять, даже вот когда мы заполняем application на pre-construction, там весь, сейчас есть как бы обязали, это вопрос, а, клиент покупает для себя и для, или для инвестиций, в принципе, это вопрос, на который ты отвечаешь как хочешь, mm -hmm. да? Очень многие просто ставят для себя, для себя, для себя, хотя они покупают не для себя. Поэтому все эти статистические данные они очень как бы неправильные. Я опять же могу смотреть по своим клиентам. У меня так это 99% инвесторов, да? потому что у нас компания, которая специализируется на инвестициях, да? а есть брокеры, у которых 99% end users. То есть, когда мы все встречаемся на продажах, то и то, и то. Я думаю, что в действительности инвестиционных сделок в районе 20% и 5% может быть общего числа продаж. Алекс, а какие у вас прогнозы на конец года? Будет ли подорожание или рынок останется тем же? Ну, я бы так назвал, какие прогнозы. Я как бы увязал параною короткого периода и более стабильную длинного периода, потому что а, то, что сейчас происходит, всегда рынок, когда люди покупают дома, а, вот именно на короткий промежуток, это всегда паранойя. То есть либо это паранойя, что все покупают, потому что все растет, либо когда все, все упало... Да, причем обычно задним числом. Да. То есть оно да. уже выросло, все начинают да. покупать. начинается паранойя. И вот, и люди как бы не знают, что будет, и сейчас такая же паранойя, типа все упало, все, конец света, то есть... Нельзя покупать, или, и люди перестали покупать. То есть все время как бы, людям люди живет такая паранойя. Но надо смотреть на long-term, то, что происходит э, вообще в Антарио. И в частности не просто в Антарио, а вот именно эта золотая подкова, которая называется вот эта, в, вокруг. Вот, э, что происходит здесь, что происходит в Торонто? А происходит следующее. Количество иммигрантов, которые приезжают в Торонто, и Канада считается одна из таких привлекательных стра стран, и, в принципе, Торонто самый привлекательный город, на, на мой взгляд как и Ванкувер в Канаде, все стекаются туда. Иммигранты, иммигранты. Сейчас очень многие приезжают в других провинций, где нет вообще работы. И, скажем, по прогнозам, в 2024 году, в 2024 году количество людей, проживающих в этом, в этом регионе, составит 9,7 миллионов людей примерно. То есть это примерно 3 миллиона людей больше, чем сегодня. В Торонто в большом Торонто, не в GTA, а вот именно в Торонто живет около трех миллионов. Вот представьте себе за пять лет приедет еще одна Торонто, uh -huh. его надо где-то разместить, его надо где-то разместить, то есть люди будут снимать, следовательно, аренда будет продолжать очень сильно расти, его а, люди будут покупать, потому что приедут люди другое поколение людей приезжает, потому что иммигранты приезжают квалифицированный, приезжают, очень много иммигрантов из Азии, которые с деньгами. Доллар канадский низкий, и для, и для нас нам кажется, что цена высокая, но если пересчитать в американский доллар, то уже получается не такая уж она и высокая. И поэтому на long term э, все равно я верю в то, что рынок недвижимости — это сегодня самая лучшая инвестиция. Теперь если мы посмотрим в целом, э, что делать вообще инвестору, э, когда, он, когда он покупает дом, обязательно надо, чтобы было кэшфлоу, потому что человек это покупает он не знает, вот мы говорим, через 5 лет будет так, а может, будет не через 5, а через 10. И, и когда мы покупаем, обязательно нужно, чтобы была возможность а удержать эту недвижимость, если что-то пошло не так. Поэтому ключевое слово — это кэшфлоу. То есть когда вы покупаете дом, а нужно обязательно обратить на это внимание. Поэтому а покупать нужно не, не с паранойей, а покупать с расчетом. То есть когда вы покупаете, нужно сделать полный расчет и купить именно... Тот объект недвижимости, конечно, который и вырастет в цене, но и тот, который даст вам возможность пережить э, вот этот вот эти вот подъемы и скачки, э, скачки этого э, кризиса или, или или роста. То есть мы покупаем не только из-за кэшфлоу, мы в итоге зарабатываем на appreciation, правильно? Все хотят именно заработать на росте. Кэшфлоу — это как бы стратегия, чтобы пересидеть. Что, чтобы удержать. Чтобы удержать, потому что бывают какие-то починки, какие-то поломки, там тенант съехал, тенант въехал, уже какие-то запасы денег. Поэтому нам нужно, чтобы удержать эту недвижимость. Но удержать ее надо на, на, на долгий период. То есть если вы удержите ее на долгий период, вы заработаете хорошие деньги. Алекс, сейчас много говорят о новой программе для тех, кто покупает жилье впервые. Вы можете что-нибудь рассказать? Ну, эта программа еще не вошла. Это как бы предложение нового бюджета, которое либеральное правительство вело. Ну, активно обсуждает. Да, активно обсуждает. Но с одной стороны, это хорошо, что помогает людям приобрести жилье, которое не могут купить. Если кто-то хочет купить жилье 400 тысяч за 400 тысяч, у него есть 5% downpaймента. 500, 500%. Ну, я говорю, я пример говорю: 400 тысяч. То есть 380 тысяч он должен взять моргич, а 20 тысяч долларов он дает свои 5%, процентов 5, 5 Правительство дает ему еще 5%, и ему надо взять уже не 380 тысяч долларов моргич, а 360. То есть квалификация ему стало легче проходить на эту сумму, то есть, потому что сумма моргиджа уменьшилась. Как это потом будет возвращаться, это еще не совсем понятно. И об этом еще будет обсуждение. Но вот это примерно так будет работать. То есть дают до 120 тысяч долларов примерно. Да, те, кто получает до 120 тысяч, они попадают в эту категорию людей, которые могут использовать эту программу. Теперь до 120 тысяч чего? Дохода. Дохода. Да. Но здесь возникает другой вопрос. С одной стороны, да, они помогли. Сколько они будут помогать? Год, два, три? Неизвестно. Правильно? Скорее всего, они будут и дальше это помогать. А что будет со следующими? А что будет с нашими детьми, которые через 10 лет будут покупать? Что тогда они придумают? Теперь вся эта идея, что теперь государство будет иметь часть эквити в вашем доме. То есть она будет вашим совладельцем. То есть она будет владеть кусочком эквити в вашем доме. Мы всегда учим, чтобы покупать хардасы, чтобы уйти от того, чтобы где-то ваши деньги контролировались, они ввели еще новую программу, опять достать где-то деньги. Откуда эти деньги берут? От налогоплательщиков. То есть, тем самым они не решили проблему. Они просто взяли еще деньги и кинули их помочь. Это больше как бы, даже больше как предвыборный вход, вот эта вся программа. Потому что на самом деле проблема не решена. Проблема решается тем, что а, начать строительство, изменить, может быть, стресс-тест, изменить еще какие-то вещи. А государство все время устанавливает какие-то контроли. Максим, вернемся к вам. Расскажите про... Я немножко хотел добавить то, что Алекс сказал. Во-первых, насколько я знаю, программа довольно-таки уже как бы разложена, как она будет работать. Что будут давать эти деньги, да, их возвращать. Дело в том, что подобная программа уже была когда-то. Да? Она была малопопулярная, потому что как она выглядела? Тебе давали какую-то часть денег, и ты возвращать должен был при продаже, и с процентами. То есть, грубо говоря, насколько твой дом подорожал, тебе дали там 5 или 10 процентов от стоимости. Если ты продал, когда он подорожал там на 100 тысяч, а 10 процентов тебе дали, то ты с вот этими процентами. Сейчас они сказали, что это будет беспроцентный лон. Абсолютно. То есть и, и, для людей, которые покупают себе и надолго, это очень хороший как бы вариант. Второе, что Алекс не сказал, дело в том, что 5% они хотят этой программой стимулировать покупку Нового строительства именно от билдеров, да? mm -hmm. и это на мой на мой взгляд это имеет очень хорошую логику. Это прописано, что логика очень простая: что чисто будет, что это не надо. Если ты покупаешь от билдера, и, и они покупаешь от билдера да, то они добавляют не 5%, 5% это ресейл. От билдера они добавляют 10%. Это уже приличная сумма. То есть, если мы говорим о недвижимости, они поставили рамки, что это до 500 тысяч, допустим, квартира до 500 тысяч в неблизком районе, типа там Ричмонд Хилл может купить очень хорошую квартиру за эти деньги. И если у человека есть свои 5%, что есть 25 тысяч, ему добавляют 50, которые возвращать не надо, он квалифай на моргидж, и это толкнет. Толкнет Другое людей дело, как... покупать, и цена через год. Уже перескочит эту рамку, и все. Они, это кстати, короткая по поводу, программа на один год По два. поводу цены они сказали, что по их подсчетам они согласны, что цена это подымет цену, но они считают, что это подымет на полпроцента, максимум на один процент. Посмотрим, ну, как это будет. Это То, знает. что однозначно я с Алексом согласен, что это краткосрочная программа. То есть долго, ну невозможно все время давать. Причем они рамки очень сделали большие. 120 тысяч персонал дохода. Family income, да, это довольно-таки большая сумма, да, поэтому под нее практически квалифай все. Ну, 80% first-time buyers, они под нее квалифай. Mm -hmm. Поэтому долго она не продержится. Цена Вопрос поднимется. Сколько? То же самое, когда ввели части. Помнишь, когда ввели части, сразу подскочили цены, потому что добавилось части. Вот и все, и цена просто стала дороже. Отрицательным моментом все вот последних, как бы того, что происходит, я однозначно считаю как бы это то, что... Хотя их логику тоже можно понять. то, что они отказались сейчас рассматривать увеличение амортизации и убера... то, что планировалось там понизить стресс-тест, они сказали, что пока они не готовы это делать, потому что как бы боятся, что это толкнет это. То есть... То, что вот мы говорили на прошлой передаче, что, в принципе, изменения ждут, они назревают, они рано или поздно будут. Но не надо и ждать каких-то вот а подмашки, да, да резких резких изменений, да, то есть это будет очень плавненькие плавненькие изменения. Максим, вернемся к вашим проектам. Да. Как вы считаете, для инвестиций что лучше покупать сейчас: проекты, где жилье дорогое, или более бюджетные варианты? Вот мы каждый год как бы подстраиваем свои стратегии под как бы рынок сегодняшнего дня. И если в прошлом, в прошлом, я однозначно скажу, что э, самые большие прибыли это был даунтаун, самое дорогое жилье, оно гораздо больше дорожало, чем там отдаленный район, то сейчас не так. То есть вот именно то, что э, стресс-тест, э, усложнение моргич правил э, недостаточный инком у людей, все это толкает очень многих на покупку все-таки, даже при, в том варианте, что... Человек работает в Даунтауне, все равно он не может жить там. Даунтаун очень дорогой. Поэтому да, квартиры в Даунтауне, которые сейчас уже подошли к, в общем-то, э, тысячам за скверфит, фут, а это значит 500 скверфит feet квартиры, где-то стоит в районе 700 тысяч долларов минимум, э, оно уже как бы недоступно. Но настолько мало в Даунтауне строится чего-то, что... И эта ниша, хоть и дорогая, она все равно всегда будет востребована. И просто надо выбирать проекты. Да, есть проекты, которые выходят чуть дешевле, и надо на них ориентироваться. Но также вторым, как бы, получился сегментом очень хорошим для инвестиций, это вот это вот более-менее дешевое, относительно, опять в кавычках, да, мы привыкли к дешевому, там, за 100, за 200 тысяч, такого уже нет. Об этом где. можно забыть. Вот, да, об этом можно забыть. То есть мы, мы говорим до 500 тысяч. И вот этот сегмент тоже стал очень интересным, он очень хорошо раскупается, очереди стоят у презентейшн-центров, и... Как бы замечательно, но опять же не везде. Есть специальные аналитические карты, мы проводим семинары по этому поводу, где что и почему вырастет. Поэтому проектов много, проектов много интересных. Этот год просто насыщен проектами. Ну вот как бы так. Алекс, многие говорят сейчас о рецессии. В прошлой передаче вы тоже говорили об этом. Что вы посоветуете владельцам недвижимости? Что делать? А, ну, во-первых, я посоветую четыре вещи, которые нужно людям сделать. Чтобы подготовиться к каким-то рецессиям или каким-то изменениям на рынке. Значит, первое, что я предложу, это посмотреть насчет а, интереса, который есть именно в моргидже. То есть те люди, которые очень сильно переживают, очень сильно волнуются, сегодня впервые в истории фикс-трейд меньше, чем variable. Люди приходят в банки, мне говорят, мне дают 3% фикс-трейд, А я говорю: а variable 3,25%. То есть непонятно. Не это из-за того, что там бонды американские пошли вниз. И главная проблема, что скорее всего интерес не пойдет вверх, потому что проходит, происходит парадокс. Вы знаете, какой громадный долг в Америке. Так вот, если американцы поднимут всего на 1% свою ставку, это увеличение на 25% их долга. То есть 4 года удвоили долг. Они не могут этого сделать. У них нет шансов увеличить просто процент больше. А если они не будут увеличить процент, то и Канада не будет увеличить процент. Поэтому банки себя загнали просто в тупик, они ничего не могут сделать. Это, это вот это главное. Значит, поэтому, те, кто хотят спать спокойно, позвоните в банк, узнайте, как зафиксировать ваш рейд, поменяйте, позвоните моргич агенту, может быть, для вас это будет нормальный солюш. Вторая вещь, которую я, я бы сказал людям обратить внимание, это кто хотел сегодня рефинансировать, рефинансируйте. Кто хочет сделать сегодня кредитную линию, делайте. Потому что потом могут не дать. То есть если сегодня еще возможно получить рефинансирование, получить кредитную линию, если завтра еще с рецессией все пойдет вниз, вам больше просто это не дадут. Третья вещь, вернемся опять ко второй. Если вы рефинансировали, а это в Америке уже происходило, и у вас есть какой-то эквити, например, кредитная линия, которую вы хотите взять, когда вам понадобится, если произойдет какое-то резкое падение, какое-то изменение, банк может прийти. И закрыть эту кредитную линию. И сказать, больше ее нету. И вы ничего не можете с этим сделать. Даже если у вас есть дом почти с выплаченным моргиджем, они могут сказать: не даем сегодня кредитные линии. Что можно делать, что многие люди делают? Забрать, Забрать эти. эти деньги и положить в другой банк. Чтобы у банка не было доступа к этим Нет, деньгам. Даже нас в этом же банке можно на аккаунт перевести. Можно, Если но я бы перевел деньги. бы в другой. Все mm -hmm. можно, но ну, никто не знает, что там будет. Поэтому я взял бы эти деньги, переложил бы в другой аккаунт, не знаю, поставил на какой-то сейвинг или на какую-то программу, чтобы тот процент, который mm -hmm. платили, чтобы не так сильно было. И потом бы этими деньгами воспользовался, когда вам это необходимо. Немножко такой, как бы, такой очень жесткий такой э маневр, но это единственная возможность удержать деньги, если вдруг произойдет какая-то серьезная а надо Удержать их, надо вкладывать дальше. Но я уже не говорю, каждый человек у него свои как бы, мысли, для чего эти деньги нужны были. Но лучше их держать отдельно. Вот я, например, когда рефинансирую, я, не, я сразу беру, забираю эти деньги. Я сразу забираю, ну потом, естественно, их инвестирую. Но я не оставляю их в банке, просто чтобы есть кредитная линия, я их забираю туда. Вот. И четвертое, это пересмотреть вашу недвижимость. Если у вас недвижимость не приносит положительного кэшфлоу, вы должны решить, как это исправить. Потому что если мы зайдем в какое-то критическое понижение рынка и нужно будет что-то делать, а, и вы не сможете ни продать, ничего не сможете сделать, а у вас довольно-таки негатив кэшфлоу, сможете вы его держать год, два, три, пять, десять, неизвестно сколько лет, правильно? Поэтому решить это сегодня. Как решить, это уже другой вопрос. Но в принципе вот, вот эти четыре вещи, которые я хотел бы сказать. Алекс, вы говорите, что нужно позитивное кэшфлоу. Ну как это сделать в реальности? Окей, okay, я расскажу, как сделать. Значит, есть много вариантов. Первый вариант. Смотря где находится дом, сдайте его по комнатам студентам. И у вас уже будет кэшфлоу положительный. Да? Другой вариант. Если дом подходит, конвертируйте его в дуплекс. Сделайте отдельные два входа и увеличьте почти в полтора раза ваш доход. Некоторые места даже разрешают пристроить дополнительную пристройку на бэкьярде. То есть сделайте какое-то изменение. Сдайте гараж отдельно. То есть есть много есть вариантов как увеличить кэшфлоу, но надо что-то сделать, okay? а Если это ничего не, не, не у вас не получается с этим, надо подумать, может быть, стоит его продать. Может быть, стоит его продать и купить что-то другое, которое приносит положение кэшфлоу. А, об этом, кстати, мы хотели даже поговорить на следующем семинаре, который у нас будет именно, вот одна из тем будет именно, как вот увеличить кэшфлоу на существующей недвижимости. А, семинар пойдет 25 числа в «Импрув Канада», Теперь каждый месяц мы проводим там ну, семинары. У проводим день семинар. Да. И там мы рассказываем обычно про вот такие вот интересные разные стратегии, про инвестирование в многоквартирные дома. Это мальчи в коммерческую недвижимость и в бизнесы. То есть мы пытаемся покрыть все аспекты, поэтому у нас приходят выступающие со всех разделов всевозможные типы инвестиций. А потом, после этого семинара, мы проводим постоянные воркшопы. То есть, те, кто является members, Торонто Инвестор Форум могут посещать эти воркшопы, где мы уже конкретно расписываем стратегию по каждому э, параметру, что мы показали на семинаре. Вот это то, что будет 25 числа, поэтому можете позвонить по телефону или зайти на мой веб-сайт и записаться на этот, э, на этот семинар. Максим, инвестирование в кондо на начальном этапе строительства сейчас очень популярно. А что вы посоветуете тем, кто только начинает? Какие предпринимать шаги? Ну, так, в две минуты это не посоветуешь передать? Очень да? коротко. Вот. А, у меня есть, как бы, вот люди приходят на и, да, обычно это мне занимает полтора часа, чтобы рассказать от и до, как на кондо зарабатывать денег. Потому что все об этом слышали, что на этом можно зарабатывать, но, как правило, никто об этом не знает. Ну, я говорю о новичках, да, кто только начинает. Вот, поэтому вариантов несколько. Первый вариант это просто позвонить нам, записаться на appointment, прийти и послушать. Я абсолютно уверен, что человек, выйдя после полтора часа разговора, где-то требуется, он поймет абсолютно, откуда берутся деньги, да? как они зарабатываются, почему растет рынок или не растет рынок. В принципе, не сильно принципиально, да, от этого только зависит насколько много вы зарабатывали, но зарабатываете его по-любому по и, и много, да. Это первый вариант. Второй вариант это мы где-то мы не каждый месяц получается, потому что у нас много различных семинаров, но где-то раз в два-раз в три месяца мы делаем семинар, который именно для новичков. Очень интересный семинар. Он будет у нас 25 числа в тот же день, когда в разных местах, так что не надо ехать в опрос-центр. Нет, я имею в виду по этой теме не надо ехать. Это подробный семинар для новичков. Там мы рассказываем, начиная от и до. То есть вот человек, нету денег. Первое, как создать кредитные линии? Как получить деньги? Какие варианты взять деньги для своей первой инвестиции? как за счет первой инвестиции вытаскивать деньги, чтобы покупать следующие инвестиции. И все это четко на реальных примерах, то есть практически стра план стратегии. Вот. Потом в связи с изменениями довольно-таки большими в, на в налоговых законодательствах, я бы сказал, что сейчас многие, и вот, ну, кто профессионально, это просто бизнес. Да? То есть у меня, скажем так, 10% моих клиентов, они вообще нигде не работают. Да, то есть это их бизнес, инвестиции в Pre-Construction Condo. Вот. И этот бизнес надо создавать. То есть надо иметь команду, надо четко знать, иметь бизнес-план, когда покупать, что покупать. То есть мы для этого и существуем, чтобы вот эту всю стратегию выстроить. С какой минимальной суммы есть смысл ехать на семинар и обучаться и вкладывать? Не надо, мы не говорим о том, что человек приехал, и вот завтра он готов покупать. Это mm -hmm. уже более-менее готовые люди. Но этот семинары именно созданы для того, чтобы научить людей, как к этому подойти. То есть, вы, знаете, вы получаете моргич. Как, как, правило, если у вас не все в порядке, конечно, если вы работаете там на большой зарплате на чек и получаете пейстап, то вопросов нет. Да? Но если вы self и так далее, есть очень много вещей. Обычно люди начинают готовиться к получению моргича там, за 5-6 месяцев. Так вот, к своей первой инвестиции надо начинать готовиться где-то за год, за полтора до того, как вы хотите купить, если у вас нет денег. Эти деньги можно достать. Опять же, я всегда это говорил, и как бы это постулат инвестиций, что зарабатывать надо на кредитных деньгах. То есть не на том, что у вас в кармане. Тратьте это на поездки, на своих близких, на жизнь. Да? Не отказывайтесь ни в чем. А зарабатывать надо на том, что вы взяли в кредит под меньший процент и м, разместили эти деньги под больший процент. А вот вопрос, как взять это, где это взять, каким образом, как к этому подготовиться, вот это как раз и тема подобных семинаров. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. На этой позитивной ноте мы заканчиваем. Спасибо большое за ваши советы. Встретимся в следующей передаче. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо.